Всем привет! Сегодня 6 марта, и вот наконец у меня появилось время раскрыть свои пальмы. Вот это эритея вооруженная, вот это бутия у меня. Значит, что я могу сказать? Зима была очень мягкая, морозов практически не было, легкие ночные заморозки, их можно было не накрывать. Вот, но потому что я как бы не всегда нахожусь на участке, не всегда у меня есть время. Вот, и я решаю, как бы для меня это удобней накрыть их где-то после Нового года и раскрыть в начале марта. Хотя, конечно, для растений находиться вот в таком состоянии, конечно же, хуже, чем в открытом. Вот, если бы можно было бы как-то это быстро сделать, какая-то была бы удобная легкая конструкция, которую раз одел, ну, посмотрел прогноз погоды, там, сориентировался и быстренько накрыл, это было бы, конечно, лучше. Можно будет как-то подумать насчет этого. Но пока у меня вот так вот. Вот обратите внимание, видите, это не так все быстро делается. Это нужно завязать все это, сделать растяжки. В общем, вот так вот. Сейчас я их раскрою. Вот, посмотрим, как они перезимовали. Вот. И видим, в каком они состоянии. Ну вот, пальмы раскрыты, это совсем другое дело. Это эритея, это бутия. Бутия слегонца приплюснута. Вот. Ну, пройдет немного времени, и все выпрямится. Ну, что хочу сказать, что здесь, на южном берегу Крыма, самое удачное время для укрытия – это конец декабря, начало января, и раскрытие их – это конец февраля, начало марта. Чем меньше пальмы находятся под укрытием, тем это им лучше. Вот, они меньше пострадают грибковыми заболеваниями, все-таки ж под открытым небом они крепче, здоровее. Вот. Ну что, бутия в этом году, думаю, тоже нас порадует своим цветением, плодоношением, как и в прошлом. А эритея показала себя, значит, энергетика роста, ну, практически не было. Только появилось новое копье у нее, слегонца раскрылась. Вот, так что посмотрим, как она будет проявлять себя в этом году. Ну что, всем спасибо за просмотр, всем всего доброго.